55 лет отмечает в этом году гимназия номер 3 города Самары. Юбилейная линейка прошла в летнем театре Струковского сада. Здесь собрались ученики и преподаватели всех трех корпусов. Со сцены учащиеся показали творческие номера, а также рассказали о достижениях образовательного учреждения. Сейчас в нем получают знания 725 детей, из них 85 первоклассников. Третья гимназия... Это одна из ведущих школ нашего города и Самарской области. И, конечно, вам всем повезло учиться в третьей гимназии. Ангелы-хранители у гимназии – это директор школы и учителя. Замечательные учителя, которые поведут вас в прекрасную страну, страну знаний.